Чем ближе выборы, тем острее накал борьбы. Слишком много грязи льется с экранов телевизора. И порой гражданам трудно разобраться, где правда, а где ложь. Есть ли границы дозволенного и как регулирует ход избирательной кампании закон ПМР? Этот вопрос сейчас волнует многих. У нас один президент. Если мы даже не согласны с какой-то его позицией, мы его должны уважать, тоже у нас президент. Но то, что делает телевидение ТСВ, газета «Человек и его права», раньше она называлась газета, была оппозиционная, называлась «Глаз народа». Господин Смирнов ее закрыл за то, что они делали. И вот то, что эти делают сейчас, я считаю, что очень немало было бы, допустим, вот в Молдове коммунистов была газета, телевидение. Лишили лицензии, потому что люди грязь на парламент, на президент, на все прочее. Я тоже считаю, что несмотря на то, что в работе любого государственного органа есть различные элементы, все равно все свои предложения нужно высказывать корректно. Они должны быть направлены на то, чтобы найти варианты ответа на те вопросы, которые есть у граждан. И должно быть принято более жесткое законодательство, которое не позволяло бы кого-либо оскорблять, клеветать и так далее. Слияние бизнеса и власти, угроза развала республики, защита экономической самостоятельности Приднестровья. Эти важные вопросы сегодня опять на повестке дня в преддверии предстоящих выборов. Эффективное государство развивается тогда, когда бизнес отделен от государственных органов управления. Каждый должен заниматься своим делом. Кто-то заниматься должен бизнесом, кто-то должен заниматься органами государственной власти и развивать страну таким образом. При всем при этом не нужно никому предъявлять никаких претензий, просто нужна ясность, четкость и определенность. Кто хочет заниматься государственным строительством, на мой взгляд, он должен идти в государственные органы для того, чтобы развивать государственные институты и в целом страну. Например, если в парламенте у нас на сегодняшний день существует возможность быть депутатом и совмещать эту депутатскую деятельность с предпринимательской деятельностью, то это уже рудимент прошлого. Слияние бизнеса и власти отрицательно сказывается на экономике республики. Об этом тоже говорили на встрече еще одного кандидата. Олег Харжан на днях также встречался с бендерчанами. Как сделать жизнь в республике лучше? Ответ, по мнению кандидата, в его предвыборной программе. Считаю, что сильный государственный сектор – это один из элементов нашей экономики. Во всяком случае, должен стать одним из элементов нашей экономики. Да, я считаю, что предприятия, которые являются бюджетообразующими или, во всяком случае, стратегическими, должны каким-то образом контролироваться государством. В ходе встреч в адрес кандидатов президенты звучали не только вопросы, но и наказы. Увеличить число рабочих мест в республике, восстановить разрушенные предприятия, повысить уровень заработных плат и, главное, вернуть домой тех, кто вынужден был уехать за пределы Приднестровья, оставив здесь свои семьи. Все это еще предстоит сделать в ближайшие 5 лет.